Здрасте. Привет. Здесь клуб анонимных фотографов, да? Да. Хорошо. Нас много. Вы нашлись. Вы ну, что-то не это... 15 кругов сделал вокруг, и, да, нашелся, в принципе. У нас тут кругами такими водят, что я уже даже не пытаюсь перед Димой. Я ориентировался-то по щелчкам фотоаппаратов, но не слышно было. Плохо щелкали, надо было громче. Громче щелкали. Есть у кого Canon старый, чтобы... Вот. Вот так вот. Юля, общий кадр. Так, и что? Сейчас, вот. А. Вот еще вот они вот сюда придут, или мы пойдем все... А можно попросить чуть сюда? Да. Вот, хорошо вот так. Угу. Можно попробовать не в кадр посмотреть куда-нибудь. Туда? Да, отлично. А если мы вот так вот хедшот бахнем? Да, и можно в кадр еще разочек. Вот, да. Угу. Так. Угу. Давай еще вертикальный портрет вот так сделаем, да? Вот, отлично. Хорошо. Вставай. Ага. А не вот так. А? Куда вставай? Не сюда, здесь. В смысле, не облокачивайся, просто встать. И ровно на меня. Эх. Эх. Мальчик, а можно мы пару кадров сделаем? Спасибо. Здесь и более понимающие. Ага, вот. То есть, в принципе, ничего не надо. Надо смотреть кадр, чуть голову чуть выше. Руку убери. Сейчас без рук. Ага, вот. Хорошо, голову чуть выше. Вот, да, хорошо. Есть. И вот так еще хоть что-то сделаю. Можно, да, в сторону солнышка повернуться. Вот, отлично. Ну, классно. Все классно. Классно. Пойдем пока туда. Пойдем сюда. Смотри. А? Нет, как бы, мы же не с той стороны. Где-то здесь хочу, чтобы возле забора, чтобы на тебя тень падала, и ты смотрела сюда. Да. Да. Давай чуть ближе ко мне. Ближе ко мне сюда. Да. Только ты не облокачивайся. Так, ты облокачивайся попой. Ага. Да, меня Ира научила. Вот, хорошо. Вот, кстати, прикольно, да. Ага. Есть? Получится сесть вот так. И сильно далеко не забирайся, да. Давай пару кадров сделаю, горизонтальных вот так. Слушай, может даже получится клево, если ты за лоб, за колени вот так в руки делаешь. Да, вот так. Вот, отлично. Есть, классно. И вот так. Супер. И облокачивался так. Да. Хорошо? Мы сейчас еще найдем. Мы здесь можно, на этой? Да, вот на вот этой. Сняли сюда. Вот сюда. Пытаешься как будто оторвать ее. Ага. Ну-ка. К лицу. Чпук. О, как в фильме «Терминатор», знаешь, типа... Вот это вот. Мы на постпродакшене добавим, как ты превращаешься в скелет и потом это сгораешь. Я хочу, чтобы ты здесь по центру стоял. Еще чуть-чуть буквально. Все, хватит. Я как гусеница. Меня. Чпук. Повернись, надо. Ты меня классно. Теперь на меня разочек. Вот, да. Еп. Вот туда. Блин, давай дальше пройдем. Вот здесь. Нормально. Угу. Сейчас люди пройдут. Ну, то же самое, что ты делал там, только здесь. Угу. Хорошо. Давай вот так еще попробуем. А, попробуй руки не так, а как-нибудь, опять же, за голову. Нет, другую давай. Ага. Туда смотри. Хорошо, отлично. Есть. Спасибо. Что говоришь? Мешали тебе стояли? Нет.
35 это же 16, если было тогда, да? Все равно пока стоим. Сумку можешь оставить только. Пиджак хочу, чтобы у тебя остался пиджак. Сейчас вот люди пройдут, и у тебя клево получается, когда ты вот прям двигалась, шла. Ты идешь просто, я тебя преследую и щелкаю. А ты поворачиваешься прям, прям вот эти живые развороты хочется, чтобы ты разворачивалась, волосы опрокидывала, короче, вот это все. Давай, пошли туда. А сейчас после мужа. Угу, отлично. Ой, аккуратней только, сильно не это. Можешь задом идти прям, вот так вот развернись. Хорошо, отлично, классно. Здорово. Так, разворачивайся в ту сторону. Круто. Пойдемте, короче, все. Ты же сама их придумываешь. Вот этого уже достаточно. О, круто, круто, круто. А выше поднимись. Она не ждет, она сразу просто идет. Выше, выше поднимись. Выше поднимись. Не так далеко, вот так. Вот так получше свет падает. Да. Чпок. Ну и вот эта вот нижняя ногу подсвечивает хорошо. Давай эту руку сюда куда-нибудь. Да, вот так. Прямо ее растяни максимально сюда, к нам. Угу. У меня. Ага. Допустим. Вот, вот так хорошо сейчас. Оп. Еп. Вот так еще. Не, эту руку лучше так не делать, у тебя больше тени появляется на лице. Давай попробуем не смотреть в кадр, профиль вот так вот, туда смотришь. Прям поворачивай голову туда. Еще, еще. Смели. Вот, да, вот, то, что нужно. Вот, хорошо. А давай на ту лампу, на ту, дальше которая. Еще, еще, еще. Все, хватит, хватит, хватит. Чуть ближе сюда. Сейчас смотри, вот так делаем. Чпок, чпок, чпок. Нет, руки опусти. Хочу, чтобы голову ты подняла прям. Не так сильно. Да что ж такое у тебя желание? Прям. Не надо это. Во, во. Вот сейчас чуть-чуть прям голову подними. Хорошо. Во-во-во. Кто-то там под солями уже. Все, хватит. Опять же, давай попробуем с тобой один кадр сделать. Подойди сюда. Вот прям как ты стояла, так клево. Вот тут встань так и голову выше. Смотришь сюда у нас, вот так вот, да. Чтобы на тебя свет сверху падал. И сейчас подожди, я прям максимально темный сделаю. Вот. И вот так еще кадр сделаю. Отлично, круто. Не, давай одну из прошлых позировок, как ты делала с руками вот так, то, что облокачивалась. Да. Смотреть в сторону света, то есть туда, соответственно, голову туда лучше повернуть, но ровно, ровно. Вот, да, вот так. Вот так хорошо. Можешь, вот, да. Есть? Ну, попробуй. Ты можешь встать как раз боком вот так вот и поставить одну на ступень, на эту, да. Ага. Нет, так не надо. Ага. Попробуй пиджак. Не-не-не, вот так сейчас клево, клево встало. Обратно вернись, рука вот так свисала, клево. Ага. Ой. Оп. Хорошо. Да что ты тупишь, ты дурак, что ли, совсем? Вау. Еп. Я стараюсь, чтобы попадала, а то рука попадает. Во, вот так хорошо. Вообще отлично. Давай чуть-чуть сюда повернемся. Вот, да, вот, хорошо. Сильно к лицу не надо, так вот так хорошо уже. Сейчас, подожди. Ага, хорошо. Убери руки пока. И наклонись. Вот, да, 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 да. Сейчас, подожди. Да, я красный сделал. Только нам бы попросить кого-нибудь подержать. Сможешь сверху, сверху. Вот так? Так? Хорошо? Все или еще? А, с фото? А можно тоже попросить тогда подержать? Да. Если что, подкорректирую. Ага. Сейчас, минуту. О, где ты нашел эту кнопку? А, ты в смысле сторону поворачиваешь? Я думал, уже кнопку нашел. Да, это я знаю. Так.
Хорошо. Сейчас хочу портрет вот так сделать. Вот так же облокотись, как ты облокотилась до этого. Да, вот. Можешь ближе ко мне сюда свет поставить? Чуть-чуть буквально. Вот, да, хорошо. Ща. Если мы курим, мы не понимаем, чем это вернется. Хорошо. Все. Можно вот ребятам, ну, в принципе, я могу подержать. Вам как свет поставить? Можно еще светом посветить? Да. Да. Пыхни еще раз. Пыхни еще. Побольше. Какую камеру пыхтеть? Да просто пыхти. Вот так вот заберусь. Вот сейчас хочу, чтобы ты пускала дым. Так, подожди, не надо, не торопись. Меня тут тупит на этой херне. Тебе надо чуть-чуть отцентроваться. Далеко слишком, брат. Вот так вот. Давай попробуем несколько раз пустить дым. Ага. Еще разочек. Ты за всю штучку выкурил? Отлично. И еще разочек буквально. Нет. Вот так. Вообще не туда фокус пошел. Во-во-во-во. Огонь. Клево. Поймал. Давай так же сделаешь, а я вот тебя вот отсюда прям щелкну. Нет, ты легко так дым пускала, когда вот так вот. Вверх не надо его пускать. Вот отлично. Да. А можно сюда развернуться и встать по центру? И развернуть голову вот так. Можно еще. Да, вот так. А можно рульки добавить, наверное, куда-нибудь на эту вывеску. Не-не-не, с обоих сторон. Вот так вот, да. Слишком высоко, только не задирай. Ниже опускай. Ниже. Голову тоже в ту сторону еще. Да. Можно прям к буквенной подойди. Да. Пару-пару-пум. Смотри, можно еще клево. Чуть-чуть от вывески отлипни. То есть вот так встала перед вывеской. Как будто перед... Во-во-во, на меня. Да, да. Может, чуть ближе подойти к ней. Сейчас, подожди. Нет. Если что, скажу. Вот, да, хорошо. Слушай, вот... О-о-о-о-о-о. Сейчас я щелкну. То, что я хотел тогда. Отражение прям клевое. Только на меня глянь. Фу-фу-фу-фу, какого хрена? Тоже хорошо. Вот то же самое на меня напало, да. Сейчас, подожди, вот так еще кадр сделаем, и будет огонь. И еще на меня глянь, теперь не через эту штуку. Голову поверни еще. Еще. Да, вот так вот. Огонь. Все это время она прятала в сумке очки, прикиньте. Да, вообще очки, это как аксессуар. Они вообще прям подходящие. Блин, я все, я хочу. Так. Да. Да. Во. Так. Огонь. Сейчас давай вот так. Как мы делали с тобой в прошлый раз. Можешь только чуть-чуть приспустить очки, чтобы тоже глаза было видно. Также ты прикладывала руку и ближе к этой штуке делалась. Ага. Я могу потом... И на меня поверни голову. На меня. Во. Отлично. Сейчас. Сейчас мне надо вылезти отсюда, потому что тут не хватает пространства. Еще, хочу крупный портрет также. Во-во-во, сейчас. Руку ниже опусти, которая вверху. Да. Все, у меня сегодня творческий оргазм. Мы закончили же, да? Ну да, если один и не против, можно ее еще помочь. Да, я согласна. Ты же не фоталась в этой вывеске. Я согласна. Смотри, у тебя топ зеленый, он, мне кажется, здесь будет согласна? Вообще раздевать. Да, раздевайся. Ура, наконец-то. Разврат. У меня есть. Очки у тоже есть? Да. Все, это фаталити. То, что нужно. Смотри, вот прям. Не, эту руку не надо. Лицо закрыло. Да. Лучше той рукой тогда, если хочешь так делать. Да, вот так. Смотри, сейчас как можно я сделаю, да? Поворачивайся вот так, как ты стояла. Чуть-чуть подальше от нее. Подальше. Угу. Сейчас, так, надо, наверное, чуть-чуть туда.
Чуть-чуть туда. Сюда, да? Да, чуть сюда. Хорошо. Видишь меня в отражении этой штуки? В этой штуке найди мое отражение. Вот. Да. Руку левую вверх поднимай. Нет, просто вверх, она из кадра просто, когда выходит некрасиво. То есть две руки, чтобы в кадре были. Лицо и две руки в кадре, да. Вот, да. Я поймал момент. Сейчас надо, чтобы ты через отражение на меня посмотрел. Да. То, что нужно. Огонь. Вот так. Не, у меня эта сторона не рабочая. Окей. Сейчас. Ой, господи, голова. Тихо. Ты наоборот тогда туда спиной поворачивайся? Вот так, да? Нет, вот так она в тени входит. А я хочу на силуэте. То есть ты вот так поворачивай. Вот так, да. Чуть выше. Туда еще сильнее повернись. Ниже голову. Вот, во, замри. Да, отлично. Все, всем пока. Все. Спасибо за клевые. Рад всех видеть. Все молодцы. Тренировочки. Погуляли клево. Все было классно. Пока.